да. Мелких можно, кстати, экзекутать. Да, этого вот одного экзекутим просто для темпа. А, фишка в чем? Он отдал все ремуволы. У него их больше нет. Ему эту борду должно быть не отобрать. Сейчас мы этим и займемся. Мы займемся тем, что он не выйдет обратно на борду. Пусть лучше на Warcraft пипит. Да это ты, жопошник, прочитал и не ответил. Вау. Вот это трындец. Вот это трындец. Вот это... Комьюнион? Ну, кстати, блин, пипец. Вот это пипец, ребята. Вот это я понимаю, реально неудача. Вот это неудача. Вот это неудача, ребят. Вот это, да, Элиза, Юксарон, Зов Лесов. Это хрень. Он, кстати, своим чуваком успел проатаковать. Исцеление на ноль, внутренний огонь. На эту штуку. 5 урона. Это пипец. Это пипец. Элиза, Юксарон, это, конечно, обосрака. Ну вот, собственно, 6 карт осталось, да? Ну, смотрим, смотрим, что тут можно. Это обделаться и не жить, конечно. Не выйдет, да? Не, ну в смысле, это Йоксарон с вот этим... Прикинь, этого говна бы не было, чувак. Блин, он может выиграть на полном серьезе. Он может выиграть. Он может выиграть при двух такетунах, ёпарся ты. Шляпа исследователя. Какая прелесть. Ладно, давай я взяла. Так, здесь если заморозямба, то меня даже на самом деле особо не парит. Ну, точнее, наоборот, меня это даже радует, если это заморозямба, поэтому... Наверное, здесь пока что вот так вот. Нам все равно его прорашить надо. Ага, миздир. Окей. Ну, кстати... Ну, кстати, ладно, забирай своего чувака. Четыре карты, давайте лучше начнем с Мариэли. Это пипец. Это пипец, друзья. Это пипец. Я реально здесь сейчас отличу.